Вчера в театральном доме Юра Сварты было многолюдно. После долгого перерыва зрительный зал заполнился людьми, а на сцену вышли актеры. Вчера спектаклем Латвийского национального театра «Парень, который видел в темноте», в Вентспилсе открылся новый театральный сезон. Es jūtos ļoti jauki, jo man arī tas ir brīnišķīgs piedzīvojums tajā, ka pēc ilgāku laiku. Я чувствую себя превосходно. Это прекрасный момент жизни – находиться в заполненном зрителями зале и иметь возможность показать им свою работу. Эти моменты сейчас очень ценны, поскольку это перестало быть обыденностью. Я очень рад, что на спектакль пришло столько людей, что у них есть интерес к театру. Par teatri. Режиссер спектакля Валтерс Силис. Пьеса была написана драматургом Расой Буговичуте Пеце. Это история о мальчике, который вырос в семье невидящих людей, и о том, что его мир наполнился звуками и неповторимыми ощущениями пространства. Тема, затронутая в спектакле, интересная, актуальная, но сложная. И для восприятия тех, кто находится в зале, и для тех, кто на сцене, актеров и режиссера. По правде говоря, когда эту историю мне показала Раса и рассказала идею, то я сразу сказал «да». Но мне было необходимо найти путь, как это сделать. И это было непросто. Сама история, она ведь о взрослении. Насколько это сложно и тяжело для родителей. И к тому же взросление в таких специфических обстоятельствах. Родители незрячие. Знаете, это есть в любой семье. Взрослеют не только дети, вместе с ними взрослеют и родители. И это достаточно болезненный процесс для всех сторон. Этого события с нетерпением ждали театралы нашего города. Поэтому мы не могли не узнать у зрителей, как это после долгого перерыва вернуться в зал и окунуться в мир театральных перевоплощений. Я чувствую себя прекрасно. Хорошо, когда можно прийти и что-то посмотреть. Тема спектакля сложная, и я думаю, актерам тяжело играть такую тему. Это здорово, что начался театральный сезон, потому что долгое время не было никаких культурных мероприятий. Все было на улице. Это гетто геймс, дни города. А теперь возобновились мероприятия в помещениях. Проходят вновь концерты, спектакли, и это очень хорошо. О планах театрального дома Юра Сварты рассказал продюсер театрально-художественных программ Роберт Гринберг. Мы горды тем, что сегодня зал в театральном доме Юра Сварте заполнен зрителями. Радостно, что на спектакль Латвийского национального театра «Парень, который видел в темноте» пришло столько зрителей, что люди после большого перерыва вернулись в театр. И мы надеемся, что и дальше так будет. Мы на осень запланировали разнообразный и интересный репертуар. Скоро к нам в гости приедет театр «Дайлес», планирует со своими спектаклями приехать или «Пайчани», «Валмерский театр» и, конечно же, новый «Рижский театр». Роберт Гринбергс надеется, что этот театральный сезон будет интересным и насыщенным, и спектакли, которые будут показаны в нашем городе, понравятся вентспилсчанам, что публика вновь вернется в театр, и пандемия не нарушит планы театрального дома Юра Сварты. Bet, kad uzlūko mani, tad ārkārtīgi pretimnākoši smaida.